Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Кулинарим с Анной. Сегодня готовим мини-пиццы к завтраку. Сначала нам нужно сделать опару. К дрожжам добавляем 2 чайные ложки сахара от общего количества и чуть-чуть молока также от общего количества. Перемешиваем, убираем в тепло на 10 минут. А пока в отдельной миске соединяем остальные ингредиенты. Добавляем к яйцам сахар, растопленное сливочное масло, оставшееся молоко. Перемешиваем. К этому времени у нас уже поднялась опара, даже убежала с тарелки. Добавляем, также все слегка перемешиваем. Затем добавляем соль и муку. Замешиваем жидкое тесто. Вот такое жидкое тесто должно получиться, больше муку добавлять не нужно. У меня мука ушла не вся, я в описании укажу точное количество. Теперь добавляем растительное масло и замешиваем тесто. Долго вымешивать ничего не нужно. Теперь накрываем крышкой и убираем в тепло на 40 минут. Тесто подошло, я его по новой обмяла, подготовила начинку, противень. Теперь, периодически смазывая руки растительным маслом, формируем вот такие шарики. Теперь вот таким образом делаем углубление в середине для начинки. Теперь наше тесто необходимо смазать соусом. В соус я добавила томатную пасту, сметану, немного присолила и добавила сушеный базилик. Вы можете приготовить соус, который вам нравится больше. Теперь собираем наши мини-пиццы. Сначала присыпаем сыром. Далее колбасой. Помидорами и сверху снова присыпаем сыром. Теперь свободные края смазываем яйцом и по желанию можно присыпать семечками. У меня это белый, черный кунжут и семена льна. Вот такая красота получается. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 15 минут. Вот такие аппетитные румяные мини-пиццы к завтраку у нас получились. Вот так пицца выглядит в разломе. Вы сами видите, какое тесто получилось мягкое, воздушное. Обязательно попробуйте приготовить. Готовится это несложно. Порадуйте своих домашних вкусным завтраком. Вам я желаю приятного аппетита. До новых встреч!